Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Всех вас приветствую. Сегодня, как всегда, работка на разводне, на моей маленькой разводне. Подмены. В прошлый раз я сажал тернецы, икра вся побелела. Некоторые не отнерестились, самочки. Я их всех на всякий случай сцедил. Сейчас вот набирает обратно икры. Еще, ну, дня три и посажу их обратно. Ну и едет ко мне сейчас рыбка. Через 2-3 часа уже должна быть у меня. Меченосцы Кинг-Конг. Надеюсь, приедут все живые. Передали через такси. В дороге примерно 10-11 часов ехать будет. Ну, не знаю, думаю, все хорошо приедет. Ну и по подменам. Подменю вот у этих 4 аквариумов воды. Сегодня ихняя очередь. Я просто, видите, все в один день не смогу. У меня отстойной воды не хватает. И я на неделю, на всю неделю поделил аквариумы. Тут, допустим, сегодня, завтра там, послезавтра там, послепослезавтра там. Вот так вот. Ну все, поехали работать. А, вот, про Аулофорус. Кстати, я заметил, вот так он, не знаю, почему он у меня хорошо пошел. И сегодня вот пришел, он весь по краям ушел. Не знаю почему. И вот водичка, посмотрите, какая стала. Чуть-чуть темноватая. Но стартанул он у меня очень хорошо. Прямо, как вам сказать, когда вот типа колонии вот так вот, большой, то есть в одной посуде несколько губок, она идет очень хорошо. Ну, имеется в виду, стартовая культура быстро стартует, нежели одна губка в одной посуде. Не знаю почему, но мне кажется так, потому что я вот сравниваю вот эту посуду и то, что я до этого по отдельности делал. Тут стартует быстрее. Ну все, поехали работать. Подмены и у аллофорусов, и у рыбок. Ну вот, друзья, приехала и рыбка. Меченосцы Кинг-Конг, подростки. Здесь мне сказали, что они 7-8 сантиметров. Город близкий, из города Атрау. Ну, как близко. Чуть больше 1000 километров. Так. Вот тут я освободил один аквариум. Помещу их сюда. Ну, сперва сравняем температуру воды. И потихоньку переведем на нашу воду. По чуть-чуть. Сейчас как переведу, начну дальше снимать. Ну вот, друзья, перевел я на нашу воду. Чувствует вроде себя хорошо. Ну вот как я их слил сюда, этих меченосцев, ну, после перевода. Они что-то резко начали прыгать. Мне пришлось закрыть. Не знаю почему. Ну вот буквально 5 минут, как они перестали это делать. Сейчас покормлю либо заморозкой артемии, либо аулофорусом. Посмотрим. Видите, животы у них впалые. Наверное, дня два не ели. И у некоторых посеклись половники. Ну, думаю, это все пройдет. Рыбка красивая очень. И цвет такой. Прям приятно смотреть. Ну, в будущем займемся их разведением. Им, правда, еще расти и расти.
посмотрим. Ну и прикупил коряги 4 штучки для анциструсов. Здесь вот 3, одну уже сюда закинул. Одну сейчас сюда закинем, вторую туда и четвертую туда. Ну и 10 лат принес. Думал, через 2-3 дня посажу. Ну так-так, походил, пока за 10 латом сходил. Думаю, сегодня посажу. Сейчас, если успею. Как раз со вчера не кормил. Посмотрим сейчас. Ну вот, друзья. Сделал подмену. Правда, вода все равно чуть-чуть мутноватая. 30% слил. Положил туда корягу. Вот сюда корягу. Тут она наполовину на плаву. Не знаю, пока не тонет. Тут утонула. И вот у меченосцев. Пока так по красоте не ложу, просто положил, сейчас времени нет. Вот, мальки тернышки растут. И посадил на нерест тернышек. 4 красные самочки, 2 тут, 2 тут. И 2 желтые самочки. Короче, настаянный нерест. Рыбок покормил. Меченосцев тоже покормил. Ну, прям не так, не от пуза. Ну, они 2-3 дня, наверное, не ели, поэтому не стал так сразу их нагружать. Чуть-чуть аулофоруса дал и артемии. Ну, на этом все на сегодня. Увидимся в следующих видео. Всем желаю удачи и успехов. Не болейте. До встречи.